Боже мой, девочки такие девочки, сколько банок, склянок. И все это для меня одной. Итак, сегодня будет видео о моем уходе. Уход 40+. Всем большой привет, вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео о моем уходе. Весенний-зимний уход. Уточню, мне 42 года, я живу во Франции. Многие средства покупаю во французских аптеках, на французских сайтах. Все сноски будут в инфобоксе. Плюсом к уходу я пропиваю добавки. Какие? Это коллаген. Японский коллаген вы уже видели у меня в прошлом видео и подискутировали по этому поводу. Также я пью спирулину, пропиваю ее курсами. Она помогает мне быть в тонусе, она помогает мне меньше болеть. И омега-3. Омега-3 – это рыбий жир, который всем нам полезен. Рыбы и морских продуктов мы едим недостаточно. Особенно те, кто живет далеко от моря, далеко от океана. А сейчас я буду вам показывать те средства в макроформате, которые я использую. Уточню, что я – это не вы. У меня смешанная кожа, склонная иногда к высыпаниям на подбородке, поэтому я использую те средства, которые мне кажутся эффективными, те средства, которые мне посоветовал мой дерматолог. Итак, мое утро. Сегодня я вам покажу мой уход утром. Я очень люблю корейскую косметику, заказываю ее на iHerb или Amazon. Утром у меня очищающий гель от марки Cosrx. Уже многие блогеры про него рассказывали. Он тем хорош, что не сушит кожу. У него такой щадящий pH-баланс. Мне он очень нравится, и в то же время он хорошо очищает и борется с недостатками и высыпаниями на коже. Затем идет тоник, тонер, как хотите, так и называйте. И это также корейская марка. Вот так она называется, непроизносимая. Если кто знает, то напишите. И это тоник, он не жидкий, он такой гелеобразный. Он очень хорошо увлажняет, питает и является очень хорошим проводником для всех остальных уходовых средств. Затем у меня идут две сыворотки от SkinCeuticals. На сайте SkinCeuticals вы можете подробно посмотреть все описания и все составы. Это не реклама этой марки, я с ними не сотрудничаю, хотя очень бы хотела. Но продукты SkinCeuticals я нежно люблю и уважаю, и вижу эффект. Это первая сыворотка-активатор. Она является как бы проводником для всех остальных, защиты и проводником. И следующая сыворотка – это SEE, по-русски, ферулик. Это сыворотка с… вот такая она, оранжевая. Это сыворотка с витамином С, антиоксидантами и анти-эйдж. Мне вот этих двух сывороток хватает утром. У них один минус, это такой эффект, знаете, немножко липкий. И кто не привык, то будет очень странно, знаете, поначалу. Но я вам честно скажу, очень быстро к нему привыкаешь, идет очень глубокое увлажнение, хорошо наносится косметика и хорошо лежат тональные средства, все отлично. И на самом деле вот витамин С и все ингредиенты, которые входят в эти две сыворотки, они имеют эффект, омолаживающий эффект и эффект защиты на целый день. Под глазами я обожаю за уход в области под глазами у меня от Шисейда. Да, это очень дорогой уход, не бюджетный, но я его обожаю. На утро у меня вот такой крем. Это крем от синяков. И чтобы подтянуть, увлажнить. Консистенция у него очень приятная. Это не гель, это крем, но он как бы тает под нажатием. Не знаю, нет, он тает, когда вы его наносите. Он легкий, макияж не скатывается. В общем, мне он очень нравится. Я с удовольствием им пользуюсь.
Обязательно, обязательно после всех этих средств наносите защиту SPF с SPF-фактором. Или тональный крем, или же защиту. У меня защита также от SkinCeuticals. Моя защита выглядит вот так. Она с SPF 30. И это защита с тональным, как бы с тональным средством сразу. Она не светлая, а идет такое тонирующее средство. И она матирующая. Если бы я выбирала второй раз, то, наверное, выбрала бы больше. У них есть защита с подсвечивающим таким эффектом, который дает эффект glow. У моей сестры оно есть, и мне очень нравится. А это, ну, все-таки матирующий эффект за 40+, он не очень желателен. Все морщины выходят наружу. Но в то же время это средство, оно хорошо защищает. И у кого нет проблем вот именно с морщинками, то можете приглядеться к нему. В следующий раз я куплю немножко другое. В течение дня, когда мне нужно освежить макияж, я использую вот это средство от Shiseido. Это Brume Retouche Minute. То есть это такая гелеобразная водичка освежающая, которую вы просто наносите на лицо, и она увлажняет и освежает макияж. Мне очень понравилось, и я с удовольствием ей пользуюсь. Даже в то время, когда не наношу макияж, это очень приятно, освежает и сразу такой придает тонус лицу. Вот так это выглядит. Небольшой пульверизатор. И вы просто разбрызгиваете на лицо. Или на очищенное, или поверх макияжа. У меня есть пигментное пятно. Вообще я удаляла пигментные пятна лазером. И мне очень понравилась эта процедура, у меня не было проблем. И лишь одно пятнышко, которое возникло, наверное, недостаточно наносила SPF. Поэтому иногда, не каждый день, но я пользуюсь вот таким средством от Shiseido, которое борется с пигментацией, а также с закупоренными порами. Дорогое средство, но эффективно. Его можно наносить и утром, и вечером. Это было мое утро. А сейчас мы посмотрим, чем же я пользуюсь вечером. А это уходовые средства на мой вечер. У меня они варьируются. Один вечер у меня идет пилинг и ретинол. Сейчас вам покажу. Пилинг вот такой. Состоит из двух баночек. Филинг and пилинг. Покупала его на iHerb. Очень классное средство. Обязательно оставлю вам сноску, если найду, если еще продается. Посмотрите, хорошо отшелушивает, хорошо очищает и придает коже. Ну, у меня такое на самом деле было в первый раз, чтобы кожа была такая гладкая, чистая и прям очень-очень приятная на ощупь. Он состоит из двух средств. Это пилинг, гамаш и затем жидкое средство – это кислоты. Очень хорошо очищает, убирает. Как бы слоями накапливается у нас каждый день на коже и утягощает нашу кожу. То, что не дает косметике проходить внутрь. Поэтому я пользуюсь вот этим пилингом. И затем у меня идет ретинол, также купленный на iHerb. Да, будьте осторожны, если вы не привыкли. У меня кожа очень привычная, и с ретинолом очень-очень осторожно. Посоветуйтесь с вашим дерматологом, узнайте, как вам его использовать. Если у вас молодая кожа, вам вообще он не нужен, будьте осторожны, потому что можете себе навредить, наставить пигментных пятен и так далее, и так далее. У меня ретинол 1%, вот так он выглядит. Очень такой приятный и на запах, и на консистенцию, нежирный. В то же время мне такое ощущение, что он хорошо выравнивает, хорошо увлажняет, хорошо обновляет кожу. В общем, у меня один день идет пилинг, филинг и ретинол.
Ну, знаете, что у кого чувствительная кожа, кто не привыкли, то может быть 2 раза в неделю. Постепенно нужно все это вводить. Будьте очень-очень осторожны. Я вам ничего не советую, просто показываю мой уход. И под глазами у меня знаменитый крем от Шисейда Бенефиа. Боже, как я его люблю, девчонки. Он дорогой. Ну, его нужно так мало. Он такой густой. Он такой увлажняющий, питательный, что я ничего лучше не пробовала. У меня много средств по уходу под глазами. И Kiehl's, и другие, с авокадо. Ну, вот этот, это the best. Самый-самый лучший. Я его просто-напросто обожаю. Он увлажняет. Он anti-age. Он выравнивает. Я пользуюсь только вечером, потому что днем он все-таки такой плотноватный. Днем вот этот розовенький мне подходит намного лучше. И достаточно его под косметику, под консилер, а вот этот на вечер. В общем, первый день пилинг ретинол Шисейда. Забыла вам показать мое вечернее очищение. У меня также продукты от SkinCeuticals. Это Blemish Plus Age, Blemish Anti-Age, Тонер, да, так по-русски произносится. Для проблемной кожи они с он с кислотами и осторожно подсушивает. И также очищающий гель, тоже с кислотами. Он у меня уже, наверное, вот эта вот банка, я не знаю сколько, 2 года, наверное, уже точно. Нескончаемый. Его нужно совсем чуть-чуть. Классный. Очищает очень хорошо, подсушивает высыпания, но знаете, что высушивает кожу, поэтому я их варьирую. Иногда использую вот такой мыло-мусс, да, от корейской марки. Вот. После всех этих средств нужно очень хорошее увлажнение. Не забываем. Вот она моя четверочка. Опять же, активатор от SkinCeuticals. Очень классная их новая сыворотка. Видно или нет, у нас уже совсем темно за окном. HA и Tensifié. Дорогая, ну классная. Она увлажняет anti-age, и она как бы выталкивает морщину изнутри. На самом деле, очень классный эффект. Я думаю, что если вы попробуете, то вы подсядете на нее, как и я. У нее такой классный цвет и консистенция, как будто конфитюр, варенье. Сейчас попробую вам показать. Посмотрите, как варенье, такая консистенция, немножко липкая. И на самом деле здесь продвинутая формула гиалуроновой кислоты. Очень хорошее средство. И потом все это я запечатываю ночным кремом от Lerac. Lerac – косметика, известная во Франции. В аптеках у меня вот такая travel-версия. Мне ее подарили, я хотела попробовать в аптеке. Мне очень понравился крем. Он на самом деле такой достаточно питательный, увлажняющий, то, что нужно на ночь, то, что нужно для возрастной кожи. Видите, какой у него красивый цвет, как будто взбитое мороженое. Такой розово-сиреневый. И если вы придете в французскую аптеку и скажете, что мне нужно что-то anti-age, вам обязательно посоветуют вот эту марку. Она не бюджетная, но классная. И линейка у них очень большая, можно выбирать и для увлажнения, и для проблемной кожи. И, в общем, очень-очень большая. И под глазами у меня Шисейда Бенефианс. Как я уже и сказала, очень нравится, очень люблю. Ну вот, мои хорошие, вот такое видео у меня получилось. Также я очень люблю использовать маски. У меня очень-очень много масок различных и тканевых, и гелеобразных, кремообразных. Если вам интересно такое видео, то я обязательно его переделаю, потому что у меня уже есть такое на канале, и вам покажу и расскажу о моих новинках. А сейчас я буду с вами прощаться. Спасибо, что оставались со мной. Не забывайте, что это только мой уход, что я не дерматолог, что я не бьюти-блогер, я лайф-блогер. Поэтому я просто сегодня поделилась с вами
моим уходом. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Кто-то предпочитает ходить к косметологам. Как я уже и говорила, у нас с косметологами беда. Ну все, до следующей встречи. Ваша Светлана Франция. Всем пока!